Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик утренних акций. На некоторых серваках сегодня будет обновление, в принципе, немка. Ну, в принципе, на всех остальных, наверное, кроме АЭСа, должно быть сегодня обновление, которое я вчера заснял. Сейчас чекнем акции, которые есть. Что интересного у нас есть. И поговорим еще про интересные вещи, которые добавлены были в обновлении. Так, пакет накопления. Ничего такого нового интересного нет. Больших паков пока нет. Шоппинг спри. Так. Вот, тоже чест, флиппинг. 300 гемасов здесь получим. Пиратик на английском сервере не поменялся. Пиратик, ребята писали, на немке поменялся. Сейчас мы туда забежим. Посмотрим, какой там пират. Что интересного есть. И забежим на Тайвань. Покажу вам новое введение с новой, с новой этой локацией. Честно скажу, я как-то к этому, думал вчера еще писать видос, но потом посидел, подумал, блядь, такая обнова, что писать даже смысла не вижу. Так, короче, здесь по акциям ни хрена нету, поехали на немочку. Так. Итак, шарики 100 самого у нас дали тоже за обнову. Сейчас я заберу плюхи, потому что... А, я завтыкал, блин, вчера забрать. Алхимик. Так, это сокровищница. Пиратик. Вот такой вот пират новый на... немецком сервере. Блин, что-то я вчера пропускал вообще и вход завтыкал забрать. Офигеть. Так, давайте пооткрываем плюхи. Так, сегодня у нас четверг, сегодня битва гильдии еще. Кстати, сегодня же битва гильдии еще. Так, молотки забрали. Смотрим пирата. Ну, вот такой вот пират. Добавили скин на Хрона и скин, по-моему, на алтарь, если я не ошибаюсь, плюс Берса. Возможность вытащить довольно-таки, я считаю, неплохо. Ну, конечно, у меня самиков особо много нет. Я сейчас их тратить на это не буду, но пират неплохой. Так, залетели сюда, получили, как обычно, хороший осколок. Но вот чем мне нравится немка, здесь офигенно падают осколки, даже при том, что здесь просто бешеное количество разных плюх, осколки здесь очень круто падают. Так, аж мы зафармили в прошлый раз. Сейчас я заберу плюхи. Чтобы не пылились. Так, что у нас на рынке интересного? Базан Маркет я уже показывал. Пока ничего нет. В общем, здесь надо ждать тоже обновления. А, идем заберем этот календарик. Вот посмотрите, какой календарь, да? Если сравнивать... Ай, блин, все равно нажал. Все равно, блин, нажал. Но плюхи, смотрите, какие забрали. Два камешка, ну, реально, оно того стоит. Даже 300 самого, блин, потратил, но плюхи, к
кайфовое. Все равно завтыкал и забрал. Так, окей, поехали. В принципе, там 300 самов таки верну. Сейчас поехали на Тайвань. Русский сервер еще загружается. Обновление. Поехали на Тайваньке. Покажу вам то, что вчера не показал. Что они такого интересного сделали? Ну, я не знаю, что вам сказать на это. Сейчас сами все увидите, кто не видел, и напишите, что вы думаете. А также писали ребята в группе Castle Clash, что увеличили количество кулаков за битву гильдий. За первое место теперь получаем 4000. Ну, по сути, на 800 кулаков. За первое, потом 600, потом... Точнее, 650, 600, 600, короче, и 300. Не, 400 за пятое место. Ну, честно скажу, это срань. Это хрень. Такс, поехали. Посмотрим, что же здесь нового интересного есть. Так, тут ничего не поменялось. Так. Ну, я не знаю. Сказать, что это нормальная тема. А вот такой вот наборчик. Так, сейчас я чекну, что здесь на рынке. Может, что-то новое. Хотя на Тайване ничего нового. Нормально сумму питомца продают. Вот такой вот наборчик там. Где там он делся у нас уже? Уже где-то я его... в котором вам дают на титул и самое основное, вот такое вот новое нововведение, новая прокачка. Ну, сказать, что это круто, или сказать, что это прям мегавау, чего мы ждали в обновлении, это просто, ну, я промолчу, я уже все сказал за это обновление, поехали, найдем эту дичь, я вам сейчас покажу. Что она делает? Это для тех, кто бегает в новую локацию, в эту Нарсию. Кто планирует туда бегать, возможно, она вам поможет. И то не факт. Так, блин, где? Где-то хрень. Мне больше интересно, какой будет, знаете, шарик. Вот шарика, наверное, многие ждут. Интересно посмотреть, что там будет. А, вот они. Вот. Заходим сюда, смотрим. Это, ребята, новая прокачка для именно Нарсии. То есть на других локациях оно работает. На других локациях не будет. Правильно я зашел? Да, у меня этот же титул прокачанный. Это вот обычный титул наш. То есть атака фортов, увеличенные бонусации идут полностью на все. А вот это, если зайти через инвентарь, оказывается, на самом дне. Так, это продать можно. Если вот так вот зайти, тут, соответственно, вы за каждый прокачанный титул тоже будете иметь какие-то бонусы. Жизнь, как видите, есть. Это, скорее всего, к бегу, к выносливости 3%. Ну, не знаю, на русском будет лучше перевод. Посмотрим там. Сопротивление криту, атака, жизнь, точность, уклонение, крит урон. Ну, в общем, все как обычно. В обычном титуле. Нужна ли была эта вещь? Ну, я даже не знаю, что вам сказать. Они в надежде на то, что эта новая локация будет пользоваться успехом. Я очень сомневаюсь в этом. Не знаю, стоило ли заморачиваться над вот этой вот хренью. Нам обещали новый геймплей, крутые изменения. Единственное, что по изменениям, это да, это плюхи
с новой локацией, которую я уже показывал. Там действительно плюхи совсем другие. Так, это что у нас, битва гильдии, надо батю обогнать. 7500 надо будет сегодня обогнать, не слиться. Будет регистрация сегодня открыта. Вот здесь вот плюшки просто новые. Вот заходите. 16, 24, 40, это 2000 самов, 3000 самов, 5000 самов, ну неплохо. И даже 7500 самов, вот, посмотрите, какие плюхи. Вот это да. Больше, в принципе, ничего такого нету. Не знаю, посмотрим, может что-то поменяется там по механике. Это откроется на днях. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Ничего больше такого интересного пока я не заметил, не увидел. Не знаю, сделал вам обзор героя, всего остального, честно скажу, печаль. Да, и вы сами, думаю, это видели. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.